It was like watching the supreme commander of an army. The signals for doing the shooting would all be by these very pistols, you know, where you fire a light into the sky. These big bodies of men would start marching to their positions. Это грандиозная симфония. При том, что еще нужно, чтобы никому не оторвало ногу, руку, чтобы не выжгло глаза. Большие фильмы всегда нужны, так всегда большие спектакли нужны. Нам всем хочется посмотреть на что-то такое на деньги. Но если вам не дадут Оскар, все, мы будем знать, что Академия наша подкуплена. Глубина его, она сродни в какой-то степени вот такой вот национальной черте, какое свойственно там Шукшину. Но Бондарчук был в этом смысле по отношению к Шукшину западником. It was a place that we could entertain. And, you know, big enough inside, outside. And a lot of what we do was in the home, food, eating, entertaining, getting to know us in our home. Но он был тем советским человеком, который видел мир, и которого мир не смутил. И Коппола, и Бондарчук, они следовали завету князя Андрея. Война, так война, а не игрушки. The why with the emperors, the why follow into battle, the why war, you know, has been time and time again, history repeating each other. And war transcends into spectacle, transcends into cinema. Правильно он хотел указать масштаб, потому что Россия была на грани уничтожения этой войной. Земля горела. Ну а что, правильно? Без войны никто не живет. Когда за столом сидела вся семья, он сказал: «А что вы думаете, вы мне все интересны?» «Нет». У меня первое, что меня интересует, кино.